Валентин Смышляев родился в Перми. В детстве жил во Владимире. В 1912-1917 году учился на юридическом факультете Московского университета. С 1913 года был сотрудником художественного театра. В 1915 году стал актером МХТ. С того же года участвовал в спектаклях первой студии МХТ. В дальнейшем работу в первой студии Валентин Смышляев совмещал с педагогической, театрально-общественной деятельностью. В 1917-1919 году руководил фронтовыми бригадами. Заведовал секцией массовых представлений театрального отдела наркомата просвещения. Активно участвовал в деятельности пролеткульта. Организовал и возглавил театральный отдел в его московском отделении. Заведовал художественной частью центральной арены пролеткульта, где в 1921 году дебютировал как режиссер, поставив вместе с Сергеем Эйзенштейном спектакль «Мексиканец» ПДЖ Лондону в 1924 году. После преобразования первой студии МХТ в театр МХАТ II, Валентин Смышляев стал актером и режиссером этого театра, где поставил ряд заметных спектаклей, в том числе «Укрощение строптивой» 1923 и «Гамлета» с Михаилом Чеховым в заглавной роли 1924. Одновременно работал как оперный режиссер в Московской консерватории. В 1931 году Валентин Смышляев покинул МХАТ II и до 1933 года был художественным руководителем театра «Симперанти», а в 1933 году основал и возглавил Московский драматический театр, известен как Московский драматический театр под руководством С. Смышляева. В 1936 году театр был расформирован. Смышляев получил приглашение в Малый театр, но к работе приступить не успел. Умер от инфаркта.